Всем здравствуйте! На обзоре нож Ямал от кузницы Овсова. Сталь на клинке Дамаск. Рукоять карельская береза стабилизированная. Больстер Мельхиор, тыльник Мельхиор. На тыльнике имеется петелька для темляка. Вот такая. По габаритам общая длина ножа 260 мм, длина клинка 135 мм. Ширина клинка в самом широком месте 28 мм, вот здесь. Толщина по обуху 3,6 мм. Ни много и ни мало. У клинка высокие вогнутые спуски, на кончике фальш-лезвие имеется. Сведение адекватное 0,4-0,5 мм. Ну и понятно, что высокие вогнутые спуски и адекватное сведение дают ножу хороший рез. Тем более сталь углеродка, а в данном случае Дамаск, это композит из высокоуглеродистых сталей У8, ХВГ, ШХ-15. Стандартный набор стали, входящих в пакет Дамаска, дают ножу агрессивный рез. Но есть и недостатки, конечно, у этой стали. Это то, что ей требуется уход. Сталь подвержена коррозии, поэтому нож необходимо протирать насухо, убирая на хранение. Необходимо за ним следить. Рукоять большая, пухлая, для руки среднего размера и для большой руки. Вот такая вот. Рукоять прямая, без изгибов. С подпальцевой выемкой. Гардочка имеется, но нож не холодняк. Вот такая вот ручечка. Нож универсальный, походный, для туризма. Ну и вообще для всего. Дома, порезать мясо, на природу, на рыбалку. Нож этот... Естественно, можно сделать в любой стали, не только в Дамаске. Нужны обыкновенные темно-коричневого цвета, машинный шов, хлястик. По ножным никаких вопросов. Вот такие вот. Имеется жесткий подвес и свободный подвес. Так, рассмотрим слесарочку у ножа. Вот так вот. Никаких ни щелей, ничего. Здесь все ровненько. Небольшое тупье. Вот так. Все хорошо. У клинка очень острый, агрессивный кончик. Такой клинок будет удобен для потрошения рыбы, разделки рыбы, нарезки мяса. Неплохой вариант для универсального ножа. Спасибо за просмотр. До свидания.